Всем привет, девчонки. Как ваши дела? У меня все хорошо. Сегодня у нас солнечная погода. Все хорошо. Настроение у меня хорошее. Я надеюсь, и у вас. Сегодня у нас будет селяночка. Как обычно, в сухом виде, сухой хруст. Запивать будем молоком. Что, поехали? Лук сухой. Откусывается легко, без усилий. Очень напудренный. С молоком вкуснее, чем с водой.
Как же это вкусно, девчонки. Кто не понимает нас, мелоедов, вообще не понять. Вообще есть странные люди. Ну как странные? Мы все люди разные. Кто-то ест мел, кто-то глину, кто-то, не знаю, кто-то мыло ест, кто-то вот этот вот заварку вот эту едят после чая заваренного. Кто-то мокрый рис ест, сколько я слышала, видела. Недавно я узнала, что одна моя знакомая ест глину, и она ее не просто так ест. Она ее обливает керосином и ест. У меня было удивление, но, конечно, не настолько, но я просто удивилась, как так можно керосин. Там такой запах. Но, видимо, человеку нравится запах этот, да, керосина. Кому-то нравится запах краски. В общем, все макосы разные. Так, девчонки, такой вот кусочек остался. Съела, наверное, грамм 100, может, 150. Надо покраситься. Все выглядывает уже. Ну все, девчонки. Всем пока-пока. Всем спасибо, что вы со мной, что меня смотрите. Всем желаю мира и добра. Чтоб у всех было все хорошо. Чтоб все задуманное сбывалось. Скоро весна. Хоть одно радует. Всем пока-пока.